Всем привет! Сегодня 25 апреля, воскресенье, вот достал колечки. У меня там птенцы вылупились, пищат, еще не смотрел. Сейчас гляну. Они у меня где-то в середине недели, по-моему, вылупились. Сейчас посмотрим по лапке, как там, не будут выпадать. Попробуем одеть. Вот у этой желтой пары вот самец сидит. Сейчас вылетит самочка. Смотрю, там сколько штук. Какие они. Попробую одеть. Здесь у нас все линяет. Растут. Сегодня им это прокапываю стронгхолдом. Они уже взросленькие. Так, для профилактики. Летел туда самец, вот за пещерами. Самочка вылетела. Сейчас покормим чуть-чуть и будем доставать их. Вот так сверху выглядят домики. Сейчас посмотрим, что у нас там. Вот такие мыши, сколько там штук? 3-4 штуки опять. Все стандартненько. Зубики полные. Ну все, одеваю колечки. Не буду тревожить. Вот такие кабанчики у нас. Все, сейчас будем надевать колечки. Это будет первый у нас. Конечно, уже. Блин, последний день, наверное, еле одел, прям туго идет. Вот теперь с колечком таким. Все, пошли следующего одевать. Ну все, теперь мы все с кольцами. Вот там имя, номер, год какой. Все, теперь мы не запутаемся. У нас кто тут? Запишу в блокнотик. И все, будем знать, кто от какой пары, когда у нас. Такие красавцы, какие вырастут. Все. Обратно их в гнездо сейчас отправляю. Родители не беспокоились. Они не беспокоились. Все, поехали домой. Линька продолжается. И вот результат. Одни перья летят. Сейчас подметаю вам одни перья. Вот это все от них. Ничего. Скоро они у нас обретут взрослый окрас. И уже не будут так с них лететь все. Вот столько перьев у них. Так проходит Ленька. Пошли у нас одуванчики. Он повесил. Радостные налетели сразу. Теперь будем каждый раз давать. Всю зиму ждали. Прям эти цветочки обладают. Сейчас гульдиком тоже дам. Самое лучшее
Лакомство для них. За обе щеки улетает. Вон гульдики тоже сразу интерес проявили. Вкусняшка им в самый раз. Ну, синий распробовал, все, теперь его не оттащишь за уши оттуда. Все, всех закинул, все успокоились. Самец уже залетел обратно в гнездо. Едят одуванчик вовсю. Там пару листиков нашел еще во дворе. Самочка на пророст есть. В общем, опять у меня 4 птенца желтеньких, как в прошлый раз, все так же. Один, видать, первый был, вылупился, прям ножка толстенькая у него, кое-как одел. Остальные там два так еще более-менее, а видать, последний был, это у него ножка потоньше, легко оделась. Сейчас им счастье. Дуванчики подорожные будут давать. Самые хорошие витамины. Вот эта самочка мне. Нашла себе тут партнера. Он таскает уже листья все. Бросает. Вон ее хахаль рядом. Они с ним там пытаются что-то сделать. Посмотрим. Первый раз у них. Самка не моя, самец вот этот мой. Хотел его продать, не продался. Вот теперь будет в паре сидеть. Посмотрим, что у них из выйдет. Этот самочка синегенная, как мне сказали. Посмотрим, какая синегенная. Не синегенная. Тут надо на поясе прилететь. Эти мелкие оболтусы тут растут. Ну, здоровее родители. Мощные такие. Как бройлеры какие-то цыплята. Сегодня, наверное, буду делать уже вторую клетку. Тут уже смотрю, самечки начинают прыгать. Интерес проявлять. Надо отделять от самок. Такую же сделал, пересажу, прокапаю всех. Наверное, сегодня не успею, потом доделаю, но прокапаю сегодня, пока время есть. Ну ладно, всем пока, потом еще что-нибудь сниму.